В этом уроке мы с вами свяжем шишечку, которую называют зернышко. Она вяжется очень легко. Провязываем лицевые петли до нужной нам петли, из которой мы будем вывязывать эту шишечку. Вязать ее можно как основной ниточкой, так и нитью другого цвета. Из этой петли нам нужно вытянуть 3 петли. 1, 2 и 3. Вот так. Снимаем, убираем, вернее, эту левую спицу и переснимаем эти 3 петли обратно на нее. 1, 2, 3. Теперь вводим правую спицу слева направо. То есть сначала мы вводим спицу вот в эту третью, потом в остальные. Немножко идет здесь туговато, но вы вот так вот растяните немножко эти петли. Захватываем нитку, вытягиваем ее сюда. Убираем левую спицу. И все. У нас осталась 1 петля на крючке. Дальше вяжем лицевые петли. Или какой у вас там рисунок. Довязываем ряд до конца. Разворачиваем на изнаночную сторону. И вяжем изнаночный ряд опять же по рисунку. Петельку, что возле нашего зернышка, провязываем потуже. Петельку самого зернышка также провязываем потуже. Затягиваем. И вот эту особенно, то что слева, видите, какая здесь получится дырочка, если не затянуть петлю. Провязываем ее как можно туже. Затягивайте. Довязываем ряд до конца. И давайте я сейчас еще в следующем рядочке свяжу пару зернышек. Вот что получилось. Таким образом смотрится шишечка зернышка с лицевой стороны. И на изнаночной вот таким образом она смотрится.